Камень, щетка и ледовая площадка со специальной разметкой. Две противоборствующие команды соревнуются не только в меткости, но и стратегии. Знакомство с кёрлингом начинается с инвентаря, достаточно дорогого, кстати. Стоимость упомянутого камня может доходить до 500 000 тенге. Один из наших основных игровых инвентарей – это камень. Он у нас состоит из литого гранита, шотландского гранита и ручки. Изготавливают эти камни только в одном месте во всем мире. Он очень тяжелый, его вес около 20 килограмм, и он считается очень дорогим инвентарем. Следующий инвентарь – это щетка. Щетка состоит из вот такой вот подушечки, части. Она нужна нам для того, чтобы корректировать скорость камня на льду, корректировать его траекторию. То есть благодаря усилию и трению сглаживается поверхность льда и увеличивается скорость нашего камня. Цель каждой из команд – загнать свои камни в так называемый домик. Попутно могут решаться и стратегические задачи – выбить снаряд соперников из зоны. А странные, на первый взгляд, люди с щетками придают камню необходимое направление, то есть активно натирают для создания водяной пленки. Кёрлинг меня привела моя тетя 5 лет назад. Она была одной из первых, кто начинал играть в кёрлинг в Казахстане. На тот момент наш главный тренер собирал молодежную сборную. И я пришла попробовать. Мне очень понравился этот вид спорта. Капитан нашей сборной едва ли не ветеран команды. Остальные в кёрлинге максимум 2 года. Впрочем, несмотря на не самое удачное начало пути на домашней универсиаде, наставник казахстанской дружины настроен позитивно. Уже через один олимпийский цикл, уверен Виктор Ким, у нас появятся свои чемпионы. Если кёрлинг не нравится, ты не будешь им заниматься. Это первое. Потом удовольствие. Удовольствие от игры. Ну и надо чем-то заниматься, спортом заниматься. Лучше заниматься спортом высших достижений и приносить пользу стране и молодежи. То есть фактически 821 человек в Казахстане реально играют в кёрлинг во всех областях республики. Рашид Ильясов, Валерий Таубалдиев, телеканал «Алматы».